16 нарушений административного характера выявлено на территории Новорязанского шоссе. Среди них наличие сухостойных деревьев и мелкий бытовой мусор в полосе отвода. Проверка вылетных магистралей прошла по поручению губернатора Московской области в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году. В комиссию по инспекции трассы М5 «Урал» вошли руководитель Госатомтехнадзора Московской области Татьяна Витушева, глава городского округа Люберцы Владимир Ужицкий, а также сотрудники местной администрации и представители ГИБДД. Первое, что смутило участников проверки – состояние обочины на 8-м километре Новорязанского шоссе вблизи надземного перехода. Факты о наличии сухостойных деревьев инспекторы занесли в протокол. Замечания по содержанию территории возникли и на других отдельных участках трассы. Есть несанкционированные свалки, причем это несанкционированные свалки строительного мусора. А в ужасном состоянии заборы, которые находятся в полосе отвода дорог и вообще в полосе видимости. Состояние магистралей, ведущих от центра города за его пределы, складывает общее впечатление о регионе. Работа по приведению в порядок визуально-художественного облика Новорязанки проводится в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира по футболу. В этом направлении будут располагаться тренировочные площадки. Надо отметить, что проведена достаточно хорошая работа по информационно-рекламным конструкциям, по вывескам. Нету баннеров, так называемого визуального мусора. Это все убрали. Устранить недочеты придется двум муниципальным образованиям – Люберцам и Раменскому. Для этого составят специальную дорожную карту. Следить за ходом выполнения работ будут территориальные инспекторы Госатомтехнадзора. Вопросы есть. И вопросы такие, которые требуют и времени, и затрат. Но они все нам под силу, и мы в состоянии с этим справиться. Первостепенно это уборка мусора. Есть и навалы мусора, и кронирование деревьев. Во время рейда были установлены сроки выполнения работ. Состояние территории Новорязанского шоссе необходимо улучшить до апреля следующего года. Луиза Егазарян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.